администрации Володарского района. Кого именно? Ну, главы администрации. Я не знаю. Сотрудников. Кто именно? Ну, не могу сказать, кто именно, но конкретно. Речь не о персоналиях, речь о как об органе. Я могу сказать, что это не есть истина. Нет, как у нас информация, то, что кто-то дает наставление, что была там какая-то цензура или еще что-то. Нет. Ну вот у нас сотрудники как бы не скрывают его главного редактора. Он говорит совсем другое. У меня есть переписка с Камилем Геннадьевичем в WhatsApp. Камиль Геннадьевич Веровой. Вот я хотела тоже спросить, да, где он живет? Он кто? И почему, да, почему он курировал газету на протяжении того времени, пока я работала? Ну, кто? Он брат? Нет, главы? Он депутат. И что? Какое отношение имеет к газете? Ну, какое отношение имеет к администрации? Потому что он весь в администрации. Он был послан главой района. Еще раз. Он был послан главой района. Тут вопрос о том, кстати, что газету проверяется администрацией. Что вам отправляют ее на вычет, что нет, вы я... ставите визу последнюю. Я не могу сказать, что это вообще истина. Знаете, я понимаю, здесь столько камер, да? Люди пришли. Мы можем сказать все, что угодно. Конкретных фактов, если у вас есть. Хорошо, конкретный факт. Сейчас исполняющий обязанности главного редактора, ему было указание о том, что он должен уволиться по собственному желанию. Если он не уволится по собственному желанию, то он будет уволен другими способами. Вот здесь эта информация соответствует действительности или нет? Ну, у нас, я как знаю, Виталий работает сейчас, исполняющий обязанности главного редактора, правильно? Какие-то распоряжения приходили к нему? Приходили люди из администрации. Я просто имя не буду называть, но ко мне приходили. Но? Да. Сейчас у вас здесь готовятся тоже документы, все об этом знают. Готовятся? Да. Но я не вижу документов. Ознакомили? Нет. Ну, о чем говорить? То есть давления на газету нет, вы ее не проверяете, вам ее не отправляют, то есть ее восходящих не нет. Мне никто не отправляет, и более того... Вам не отправляют. Отправляют главе района, отправляют Курьянову, отправляют пресс-секретарю вашему. У вас есть исходящие этих писем? Вы как отправляете? В WhatsApp. А ты не переписка есть? Есть. Есть. Показать? Показывайте. Есть? Нет, здесь нет. А там? Да. Давайте. Ну, неважно, она имеет место быть. Хорошо, тогда другой вопрос. Предоставят переписку, да? У меня тогда другой вопрос. Мы видели несколько выпусков газеты, и каждый из нас здесь имеет отношение к тому или иному СМИ, да, к печатному и так далее. И мы прекрасно понимаем, что в независимом СМИ, ну, предположим, да, независимо, хорошо, пускай будет так, такого количества информации о позитивных делах района и вообще отсутствия негатива быть не может. Это как тогда объясняется? Когда на первую, когда, например, человеку говорят, что он должен, там, не знаю, убрать Гурьянову со своих страниц, да, поставить там что-то другое. Или это все тоже не соответствует действительности? Понимаете, то, что вы мне говорите, по словам, чему не закреплено. Я сейчас тоже могу на какого-то там аккредитате, Ну, мы сейчас и задаем по этому вопросу, пытаясь понять правду. Это не то, что у нас такого нет в администрации. Такой информации я еще и не владею, чтобы у нас там кто-то сказал Гурьянова. Я как понимаю, у нас Гурьянова заместитель представитель правительства, и убирать ее из газеты. Ну, Гурьянова подходит, она в курсе, она в курсе всех этих распоряжений. Ну, если она в курсе, если подтвердит, пожалуйста. А газета «Заря Каспия» финансируется администрацией Володарского района? Ну, в этом году у нас на первом, скажем, в этом году практически не финансировалось. Там 50 тысяч, да? Да. За квартал. 50 тысяч было, да. Это только в начале, потому что у нас бюджет формировался. А корректировочек 300 должно быть. Да. А почему не финансируется газета? У нас глубоко дотационный бюджет. И сейчас у нас... Ну, то есть получается, что так как газета не финансируется администрацией, то администрация тогда и не может заставлять там публиковать какие-то свои материалы. Администрация, согласно 18 закону, не имеет права это делать, кому-то там заставлять что-то писать.
А почему тогда вот во всех номерах там полгазеты, или даже вся газета посвящена администрации минимум Володарского треть. Района? Ну, а ты газета Володарского района? Нет, администрации. Нет, она не посвящена рассказам о том, что происходит в районе. Это посвящена деятельности администрации района. Каждая публикация. Давайте возьмем последнюю публикацию. Что там указано? Я не знаю, что там в последний. Я ну не тогда о чем мы разговариваем? Я просмотрел несколько номеров газеты, они все посвящены, полгазеты каждого номера посвящены администрации. Вот здесь два. На первой странице, на самой читаемой, на цветной, глава района там нет, что-то вручает. Нет, нигде негатива вообще никакого. Вас это смущает? Наверное, вот да. Мы не видели публикации про проблему с понтонами, которая была буквально вот с паромами? Да, да. Но. С паромами, да. Ее не указали там? Я там не работала. Ну, не знаю. А проблема с водоканалом тоже, статья. Статья, да? Цифровой водоканал, да. Говорят, не давали опровержения выложить. Цифровой водоканал, да. При этом цифровой водоканал утверждает, что был запрет на... Понимаете, мы... Все их слова, ничего не сделали. Подождите, пошел. Подождите, получается. В Сибирской школе прошел. Извините. В Сибирской школе прошло торжественное открытие после ремонта. Но это же хорошее. Почему бы ее не осветить? Ну, я сейчас не буду, как главред. Как главред одного из изданий, я сейчас не буду докапываться к тому, что здесь сплошные награждения и свадебные генералы. Если вот эта переписка в WhatsApp, вот тут на трех страницах одни постановления. Мы же как бы это выложим, вы понимаете? А вот это говорит, что вообще этого нет. Но это будет как бы как минимум странно. Что есть прям переписка, что он отправляет верстку на согласование. И вы сейчас говорите, что этого нет. Но... Мне просто интересно основание для того, чтобы верстка... То есть если администрация Володарского района не является учредителем не данного спонсирует. Издания, почему верстка из этого издания идет на согласование в администрации Володарского района? Самый первый вопрос. У нас же в этом году... Сколько мы заложили элементарную сумму, 50 тысяч выделили, да? Угу. Да. На да. Что является учредителем в школе? Администрация является учредителем. Администрация является учредителем издания или чего-то другого? Учреждение. Учреждение. То есть эти 50 тысяч на зарплату сотрудникам учреждения? На 3 месяца. На 3 месяца. Подождите, а тогда как это совпадает с законом о СМИ? Согласно закону о СМИ, учредитель не имеет права вмешиваться в редакционную политику. То есть отправка к вам на согласование верстки – прямое нарушение федерального законодательства. Мы с вами об одном и том же говорим. Я говорю, чтобы у нас такого не было, давайте конкретные факты приложим. Давайте от обратного идти. То есть вот газета может в ближайшие 3 месяца, например, ввиду отсутствия финансирования непосредственно газеты со стороны администрации Володарского района, не писать о деятельности главы Хамзы Исмухановой, вообще его не упоминать, не вставить его фотографии. Может, имеет право? Имеет право. Имеет право, да? То есть вы сейчас разрешаете в ближайшие, например, несколько месяцев не ставить о нем никакую информацию? Пускай не ставят, надо информацию укладывать, то, что работа ведется, районная. Какая-то работа ведется. Ну, в районе. Ну, вот там тогда где-то... Тогда что получается, что-то... чтобы... Отлично, в районе Путинова началась. Они напишут на первой полосе, что фермер такой-то, у него да, такое-то поголовье, но благодаря если, исключительно если, его заслугам фермера. Если нет... Ну, как нет? Наверняка таких новостей желание, здесь валом в районе. Кто-то... Если нет желания указывать... Мы хотим в главу, пожалуйста. Чтобы к нам приехали журналисты. Мы можем это сделать на первой полосе? У нас главный редактор. Я говорю, что он решит вопрос, то мы вполне разместим материал, правильно? А женщина?